Отец со старшим братом работали волонтерами на пилораме Пермь-36. Папа как, просто в восторге от того, что я все-таки согласился на это. Вообще, именно в Добрянку почему? Потому что у меня там бабушка живет. Я думал, там, если что, так к бабушке там сходили, что. Ну просто как-то неудобно там в какие-нибудь вообще в другие города неизвестные ездить. А тут хоп, к бабушке там 10 минут пешочком сходил, да и что. Там пирожки, может, это подложит или что. А вообще волонтерством почему захотел заниматься? Потому что мне это шанс добиться чего. Не, неправильно сказал. Сейчас я сформулирую. Это шанс помочь людям. А помогать людям, мне кажется, это очень приятно. Как бы. Вот, наверное. Александр, автобус-то приехал? Да, приехал. Нет, где я нам сам автобус? Все, давайте в путь. Я только вот кофе. Футболка так. Прям уже выгружаемся? Прям уже вещи выносим, Саша? Да. Где твой рюкзак? Десерт, а я привет, десерт. Последнее наставление отца. Ты первый раз едет. Такую аферу. Конечно. Что тут все просчитано. Да каждый ладно, шаг. Добрянков не знает. Ну все, путь, ребята, я думаю, нет больше но причины, чтобы стоять. Богом. В 11 или 12 часов, когда нам будет удобно, чтобы мы все здесь были, чтобы можно было закрыть дверь. Я не обижаю жителей Добрянки. Да. Уважаю. Куда пойдешь? Я скажу, что ты парёк мотоцикл. Да, выбегай. Скажи, чтобы тебе было бы удобно выбегать. Чтобы он может. Ремонт делать, его а его нет отправили. Сейчас дома? В данный момент его нет, да. Он находится в больнице. Контролировать не может, он весь у нас такой ведь практичный. Тут все от и до сделали. Поэтому, да, они в том году, вот смотри. Они вверх сделали. А сейчас что, вниз сделали? А сейчас внизу. Внизу делают. Они быстро торопятся, вниз сжатые сроки. Да, да, да. У них профессионального такого нет профессионализма. Они поскольку, ну, где-то маму научили, все-таки они дети все воспитанные, не балагуры. Они знают, как победить, но все-таки какие-то, даже опыта нет, и то можно ведь. Это, по-моему, изначально уже там мальчик есть, мальчик знает, конечно, тоже видно.
помощник не помогает. Скажите, двери какие покрасить? Все вот, которые дорогие? Да, побелить потолок и все. А насчет обоев? Обои светлые. И тоже покрасить. Андрей, хорошо. Вот обои не будем здесь клеить, их убрать и тоже покрасить. А прадный не будет здесь следующие 2 недели? Или он, когда он на прадных уедет? Вот, сейчас еще анализы сдает и доктора проходит. На сколько дней ему лечение назначено? So now I put cheese also in this one. Peace. Okay. I can do it. Да. Кушаем? Да. Сохраняю. Да? Она не может с вами разговаривать. Они? Она не может с вами разговаривать. А, другой язык. For several years I worked as a volunteer in an organization called Tamam in Sweden. We work with newly arrived refugees, kids and youth. I always wanted to come to Russia. And I found a good project through EBS, which seemed very interesting. So у меня тоже есть тоже опыт работы с детьми. И я хотел работать с детьми, а в России. Дами я нашел хороший проект, который работает с детьми, называется «Мозг любви». И там я работал 10 месяцев, и сейчас через 2 недели обратно в Канаду. В первый раз я слышал, что группа волонтеров делает ремонт, и мне идея очень понравилась, и поэтому я с удовольствием класс. И сейчас здесь у нас есть эта квартира. Да-да. Да-да-да, это мы. Ну, заходите. Добрый день. Здравствуйте. Вот наша бригада из 4 человек, которая будет работать, помогать. Здесь вот прихожки. Прихожки. И вон кухня. Ну, у нас, видите, как вот здесь по-такому все по-деревенски. Здесь обелится, а здесь мы красим. Надо затирать, убирать звездку. Ну так вот, это все лишнее. Это все... Лучше уберите опять так же и посвежите, покрасьте вот все. Да, потому и что больше ничего не надо. На кухне не применяется обои. И хоть, это... допустим, у нас вот 4 года здесь прошло, и мы, как бы сказать, не ощущаем такого, что вот, шибко грязно. Перепады температур бывают. Ага. Когда ты готовишь, другая температура даже здесь уходит. Вот, испарина, и это обои не применяются. Либо не плитка, надо. Либо вот такая. И подвесной потолок тоже нам не надо. Это вот не... это вот налепки выйдет. Это... Не надо. Подвесной не надо. Потолок мы, конечно, не сделаем. Возможно, гордина. Гордину вам поставим. А да? Вот гординку, пожалуйста. Отлично. Ну, все, то есть вы не против, что мне мы не против. Еще пожалуйста. Готовили. Потому что мы тоже чувак могу выкопнуть ягоды, у нас есть малинка, ничего. Этого можно угостить. Огурцы свежие есть. Но все дадим кухару. Так что вы будьте как дома. Нам главное учить проход в холодильнику и, собственно, как бы... Прийти. Мы завтра придем, будем то же самое делать, почем? Каждый день мыть? Может быть, подмести большие куски, выкинуть, не мыть. Две пачки гречки.
Он... Дедушка же разрешил. Кот, ну как аж? Че, помолимся? Аминь. Боже милости, в твоем быде и когда иду на блюде. Сейчас другие машины, но удовольствие. Сейчас я вам табуреточку дам, чтобы вас вставать с табуретки. Угу. Женя, маску отдам или все? Да, конечно, для этих целей куплен. Ты чего не дала? Откуда будешь начинать? Чтобы доски протереть. Ну, она просто, чтобы не мешать Жене, вот здесь, в центре. Ага. Не, я начну здесь протирать. Ух. Получается там, но сильно сыра тоже не надо, а то она вспухнет все. Валдыриками. Дайте, пожалуйста, торт с лебедем. Все больше. Бабушка, ты? Привет. С днем рождения. Папа с мамой когда приезжают? Вот он. Нет, он в пятницу приедет. Он в пятницу? Куда, вечером? Ну, наверное, с работы. Как всегда, в 9:10. Ну, тебе нравится работа-то? Да, конечно. Не кажется, что... Не кажется, что согласился работать-то? Ну, конечно. Кажется бы, давно бы ушел. Какие проблемы? Ну, ладно, слава богу. Прям один сахар. И ручку. Так тебя люблю. Да. Фильм посвящен другим детям. Я надеюсь, если вам понравится и вам захочется, мы, может быть, после фильма постараемся о чем-то поговорить. А нет, пойдем купаться. We've seen children who have been living on the street since they were 5 years old refuse to sniff glue when their former friends offered. Мы видели, как дети отказывались от клея, который им предлагали старые друзья, чтобы нюхать его, тогда как они с 5 лет жили на улицах и занимались этим практически всю свою жизнь. Те дети, которые прошли через этот центр, которые находятся сейчас в этом центре, стали прекрасными детьми. Не вина, а беда этих детей, что они оказались на улице. Сейчас очень много... Есть
есть уже много организаций, которые занимаются этим. Есть очень много волонтеров сейчас, тоже в Перми из университета. Там такие социальные темы сейчас очень важны. Я понимаю, что есть такая проблема. Я бы готова была этими детьми заняться, но я вроде репрессированным помогаю. То есть я понимаю, что меня не хватит. И от этого тоже тяжело. А, может быть, это специфика нашего государства? Не знаю. Может быть, это просто так фильм создавался. Вряд ли там один человек, но, видимо, он как стержень. Эта женщина в этой организации. И еще фрагмент был, когда тот мальчик звонил кому-то. Значит, он доверяет ей рядом с ней. Я ей говорю, там такое доверие огромнейшее. А есть люди, которым дети просто доверяют, и они к ним открыты. Вот про эту Светлану Михайловну. И мне кажется, пока вот такие люди есть, есть шанс. Стамеску мне принеси. Стамеску, это вообще-то стамеска резать дерево, а не откручивать. Я так и понял, что ты взял откручивать. Откручивать он взял. Я вообще прямо, я спрашивать-то не научился. Я вот сейчас, если увижу, что там резьба, я буду очень. Ну, я, в общем, тебе даю напильничек, ты у меня будешь сейчас натирать ее. Ты мне дай перчатки. Дай перчатки. Спрашивай перед тем, как играть. Нельзя вон столеской откручивать шурупы, я вообще просто... Что, Леся, ты докрашиваешь? Ты выкрашиваешь? Ну ты сейчас докрасишь меня. Так покрыли. Давай, я тапки верни мне. Человек, который забрал не только столеску, но и тапки мне. Ты как ребенок маленький. Почему? Извини, я был не прав. Дед там беспокоится. Женя, вам тут, наверное, что-то надо крутить. А это, там дети у нас. О! Это дети у нас ловят.
Там еще не, ничего не делаем, Китя. Доска здесь есть, и эти маленькие только надо. Тёма, ты там? А можешь мне эти принести плоскогубцы, а не сумки? Синий, да? На. Все, ну сейчас Андрей запиши. Объясни мне. Давай. Просто поторопись, все. Да. Есть еще вот сюда. И вот здесь вот получается склеить вот эту сетку. Есть как бинт. Бинт? Вот этот. Бинт? Для... она... Бабушка дала. Бинт. Она хочет, чтобы там бинт. Ребенку дала. Зовите, когда это все будет доделано, я все доключу. Ага. Ну давай, начинаем. Yeah, what's the name of the team again? Oh, that was good. Мы покупали два валика, она вам сделала. Да? У нас еще был три валика? Да. Мимо так принесете? Да нет. Потому что я не знаю, там видишь, частный дом, там не поклеишь обои и там покрасишь плинтус, вообще отошел, он просто втолмился. Угу. Сейчас там нет плинтуса, там просто дырки в полу и все. Угу. Я не знаю, что делать с кухней. Она... Сначала выглядит просто как трещина вот такая вот, а сейчас это выглядит вот так вот. И просто в стенку уходит. Да, когда дом рушится. Да дом рушится, конечно. И что это делать? Я не знаю, что это делать. Мы сегодня целый день убили на то, чтобы все это открести от стенок. И я теперь боюсь, я не знаю, что делать с потолком. Нет, мы все, конечно, сейчас с грунтовкой прошлись, на всякий случай, ко всему этому. Угу. Мы на это убьем, да, две недели. А потом месяц пройдет, и все просто... Все, опять. Надо обращаться к специалисту. А как это? Ну, это же долго. То есть мы день потеряем точно. Который сначала сделает свои работы, а потом уже волонтеры, пожалуйста, там сделают. Скажем, пока мы будем помогать. Ничего. Я пока попробую будем, решить. Например, эту пока мы будем помогать, когда там будут делать, мы будем помогать другим группам, а потом нам больше людей, мы все быстрее сделаем, например. Молодец. Выход? Вот это уже выход, это жвачку придумала. Первый вариант это же тепло. Артем нажаловался. Или, как сказать, не нажил, а пожаловался на самого себя, что он взял стремеску и стал откручивать шурупы. Я говорю, вот если бы ты мои стремески так создал, я тебя просто бы убил. Потому что нормальный мастер, так, если его инструмент, да, он как бы его ходит и леет, так, и использовать инструмент явно не по назначению, так, когда каленое железо, так, он там может, значит, отколупаться кусочек, там, его потом затачивать надо и все. Ну, как бы так не делает. Только ли как он. В команде в нашей маленькой, ну, мне кажется, он нашел свое место и вполне он очень хорошо работает в плане, как это сказать, вот если ему какое-то дело поручишь, он там не уйдет отдыхать и так далее, пока это дело не сделает. То есть он, я тогда удивилась с этими шкафами. Получилось так, что там много шкафов у бабушки, это вообще просто удивительно. Маленькая кухонка и куча везде налеплено этих шкафиков маленьких. Вот. И он, значит, взялся за это дело, убирает шкафы. Я смотрю, он там огроменный шкаф один взял и понес. Я говорю, Артем, ты чё, сейчас вот все упадет у тебя. Вот он, нет, и как бы все эти шкафы перетаскал. Такой, так не мешает, иди.
Мы так вот работаем вообще в поте лица, не знаю, как и то, что большой объект, и у нас не хватает людей, и Катя за это психует, и с нами она не делится вообще. А вот в пятницу она как раз сначала психовала, потом я у нее спросила, точнее, я сначала вот просто тоже сама была на нервах, не хотела работать, уже реально устала, у меня вот мозоли вообще не знаю, какие уже на руках. И она мне ответила то, что кому не нравится, можете уезжать отсюда. Из Таврянки, что ли? Да, она мне так ответила. Потом она вот встанет, вот первые дни были вот так вот, встанет и смотрит. Знаешь, что мне она сегодня сказала? Я вот сейчас с ней ехала. Она говорит, Саша, со мной на работе никто не разговаривает. И то же самое сказала подруга. Мне кажется, это не возрастов. Знаете почему? Потому что вот Артём, который у нас есть, может 16 лет. Ну да. Так папа же его сюда приходил и говорил, что вот он... Как бы говорить, что вот он такой младший, и он себе не очень комфортно. Он в группе, а девочки не в группе. Но все равно, представляешь, вот, Саш, мы уйдем, а вот это все останется. Хотя бы одну комнату нам точно надо сделать, но мы ее не успеваем делать, потому что вот завтра опять надо крутовать эти. Завтра же приедут трое парней, один к вам пойдет. А чего, почему один? Давайте трое. Так у Флорина с Анной, там тоже у них большой объем работы, у них тоже надо работать. Вы бы видели, у нас какой там вообще, у нас вот просто голые стены стоят. Мы даже не знаем, что сделать, нам надо завтра все белить. Все красить. Я просто должна была делать дискотеку я, но все как бы устали, поэтому дискотеки не было. Не знаю, ко мне несколько человек прям подходило, а что будет дискотека, а что будет дискотека. И при этом это местные добрянские. Почему? Я говорю, личные обстоятельства. Почему? Я говорю, ну, не хочу я здесь быть больше. Я говорю, вот это меня вообще все не устраивает, что такой запрет. Так работают все. Как ехать раньше? Ладно. Ой, да не приехал. Да не приехал? Как, в смысле, нельзя выходить. Хочу она зарегела, короче, так не могу, слышишь? Веня, ты что делаешь? Что мы живем и сидим! Мы все переживаем. Я сам не знаю, что, короче, делать такое. Так ты тоже зареви, давай! Ты хочешь, ты хочешь. Саш, ну мы ждем. Мы тут стоим, мы вас ждем. Вот тут. Стоит.
Думали, как бы, что будет возможность видеться нормально, а ее нету. Что, Натаха не приходила? Да. А что было-то? Приходил Полинин парень, ничего там, предлагал ей снова быть вместе. Полинин парень? Да. Так он же был. Что, он опять-то пришел? Бывший парень. Ах, ого! Не уточнила просто. Это настоящий, да. Ай-яй. И они с этим нынешним парнем? Я не знаю, про нынешнего парня я там не слышала из окна. Ты что, вообще, да? Ты не там ругались, помнишь? Да, начал устраивать разборки. Я заступилась. И она на них просто такими отборными ругательствами им предлагает отойти подальше. Я пытаюсь, я в форинге подходит, говорит, у меня есть новые новости, пойдем поговорим. Катя его отталкивает, говорит, дальше на них ругается. Я к ней подхожу, Катенька, пойдем, Катюша, тут вот уже все, сколько можно. Она мне так технично мою руку убирает со своей спины и дальше продолжает на них играть. Ну там уже я в итоге устала, вступилась матом, они сразу разбежались все куда-то. Приветствую вас. Где? Как у вас жизнь? День добрый. Добрый. Как Никита, жизнь? Да? Никита. Да. Если большинство прав, ни преступления ничем не ограничены. То есть они должны принадлежать человеку всегда. То, где заканчивается мое право, а где начинается ваше право. Ситуация, то есть у вас есть право послушать музыку, у меня есть право поспать. Вот как вы должны завести это право? Наушники. Вообще свободно, мой человек заканчивается, там начинается свободно. Где она начинается свободно человека? У вас есть какие-то критерии, которые нужно соблюдать после 1 недели, должны ее встречать. Ну да, то есть в принципе, что ограничено, но ограничено законом. У нас есть для этого закон. То есть мы должны сообщить специальные органы, чтобы они за нарушение ваших прав нарушили права его. То есть все понятно. Я положу шпаклевку, как она, сколько она сохнет будет. Мы завтра успеем покрасить полностью. Настя и бери, тут все там гнилое, тут гнилое, пришлось окна делать, все. А так бы не жились, наверное, никогда. Доктор вставили, все. Дом отремонтировали, гнилое выбрасывали. Нет, спасибо им, ребятам. Они растревожили нас. Разрушили гнездо моя. Кушайте, ребятки, кушайте, что есть. Жду горячий. А торт тут где на столе? Нет, не на столе. Самое главное, нет, бутылочку надо. Я предлагала, отказались. Нет, мы лучше по Шане. Полбригады несовершеннолетних куда? Он участник тыла и участник войны.
когда шла война, он был в тылу работал. Война кончилась, его взяли, 4 года он был в Белоруссии на уничтожении банды, служил. Он инвалид 2-й группы. Оба мы инвалиды. Да помогли хоть по какому. Спасибо. А краску вы купили уже? Ну, краску мы купили, два раза деда. И вообще, помните, да. А посчитал ты, сколько плитка выйдет? Ну, серьезно. Для этого, для... Потом уже для плитка? На весь потолок мы все делали, и потом. А эту штуку клей? На что крепятся эти? Клей. Что? Купили клей? Ну, что вы клеили? Не, мы так и сделали. Конечно, клей. Нажимайте, Саша. Мне надо цену. Знать. Все вместе 370. У меня не было больше. Просто не было больше. Мы там где будем? В кухне? Десятером, что ли? Что-то я не поняла. К вам тоже нельзя? Я помню вот эти... Дима, Флориан. Вы помните пислюни, сопли? Ой, весь лагерь, 15 человек, все ко мне в дом. Сейчас есть такой момент. Мы закончили, Дима закончил. Весь лагерь готов к Кате пойти. Где мы будем там толкать? То есть опять не устраиваем. То есть проблема-то, в общем-то, не в доме была, да? Нужно человек или два. Вот это да, нужно. Как бы в обществе мемориал-то я состою. Но льготы у меня репрессированной нет, хотя одних родителей. Вот звонит. Да? Слушаю, Павлик. Уже заканчиваю, девочки пол моют. В общем, на кухне очень красиво, такая светлая, да. С листочками, как просил обои, чуть-чуть листочки. Потолок плитку наклеили, а в коридоре, ну, чуть бежевые обои. Говорил, светлые, ну, и так светлые. Куда еще светлее? Приедешь, ну, давай, выздоравливай. Выздоравливай, звони, научился. Завтра они уже будут уезжать, наверное. Вот. Так что не знаю. Ой, свет подключил. Приедешь, увидишь, как красиво сделали. Ну, ладно? Все. Давай, лечись, слушайся. А то... Ну, давай, пока. Есть же вот такие желающие. Счастливые. Да, да. Чтобы все получилось хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Если я буду от бани, то звоните. Взяли в гости в баню. Да, хорошо. До свидания. До свидания. Ну я вот не знаю, вот что сказать, вот все, вообще просто пустота в голове. Сейчас надо собраться с мыслями. Ожидание. Перед самым нашим отъездом, я помню, сказал, что у меня никаких ожиданий нет насчет этого лагеря. Я немножко, не то что приврал, но... Нет. Перед самым нашим отъездом, я помню, говорил, что у меня никаких ожиданий насчет этого лагеря нет. Я немножко приврал, конечно, у меня кое-какие ожидания были. Это, например, там, помочь людям, познакомиться с новыми людьми
и поздравить бабушку с днем рождения. Но все это исполнилось, я очень этому рад.